Надо связаться с Дмитрием Васильевым, и там какую-то процедуру Вы жутко говорите, что какую процедуру пройти. А вы нам не смеешься. Вот не ваша стекловка какая-то, а серьезная. Описывали, когда про дела в Америке приставали, там описывали все процедуры, которые вот эти зэки проводят в Америке. Как бы там осматривают. Нет канонических. Хорошо, все нам. Давайте. Спасибо за приглашение. Ты тише, ты громче говори. Тише, ты громче. Главное, чтобы понятно. И не только студент. Вот это не гарантирует. Значит, наоборот, процедура. Квантовый эффект Холла. Да. Риммановой поверхности. Основано на моей статье в прошлом году. 13.09.43. Я, наверное, сразу скажу результат, а потом буду объяснять. Если это формулировка, не включает в себя необходимое определение. Значит, хорошо. Наверное, какой-то прелюдию все-таки я только скажу. Потом результат, а потом уже будет основная часть. Значит, квантовый эффект Холла. Значит, обычный эффект Холла мы берем эту двумерную пластинку. И перпендикулярно ей включаем магнитное поле. И посылаем ток в одном направлении. Но за счет того, что есть магнитное поле, электрончики начинают в сторону. Да, и так сносят. Поэтому можно зарегистрировать ток в перпендикулярном направлении. Это пустили параллельно. Теперь берем специальный материал, температуру опускаем до нуля и меряем такую величину, называется проводимость Холла. Значит, нужно разделить ток на разность потенциалов перпендикулярного направления. И она получается либо она получается равна ню, которая ток параллельный, а в этот перпендикулярный. А там не ток возникает, там возникает разность напряжения. Вот это самое. Да, разность напряжения. Вот так вот при магнитном поле, стремящемся к нулю, это что-то в бесконечности стремится. Правильно. Все нормально. Да. Нет, такое определение, кажется, немножко странное, но ладно.
А, то есть может наоборот? Ну, я не знаю. Нет, вы знаете, проводимость именно так. Значит, прикладывает движение. Возникает разных напряжений, как подковид, и отношения есть для голоской проводимости. Вдоль какой-то пластинки. Вдоль какого-то направления. Да, в каком-то направлении. Перпендикулярно направлению заданного тока возникает в пластинке разных напряжений. Это подковид. Нет, плоскости. Вот так пускаем ток, вот так возникает разрыв. А магнитное поле перпендикулярно? Да, магнитное поле перпендикулярно, если возникает. Вот то, что Андрей спрашивал. Ну, это точно это какой-то констант, да? С точностью, да, каких-то единиц. Е квадрат, или что-то. Натуральных, естественных единиц. Которые все положены на единицы. Целочисленный случай намного проще, чем дробный. Значит, я в основном буду про целочисленный говорить. Но еще немножко... Это целочисленный или это обычно еще даже и не целочисленный? Классический. Обычно это классический. Да. Там ничего не квантуется просто. Вот. Обычно классический. Значит, это все, что я знаю. В общем, все происходит на плоской совершенно пластинке из границы. Я буду рассматривать эту штуку на Риммановой поверхности, которая кривая. Нет, насчет без границ, вот это на самом деле разный потенциал, что возникает между краями этой пластины. Нет, границы, границы. А у тебя у Риммановой поверхности границы. А у меня будет компактная Риммановая поверхность без границы. Зачем? И что тогда такое выпер? Спрашивается, зачем? Нет, не зачем, ты черт с ним. А что тогда выпер перпендикулярно? По циклу А будет йод направлен, а по циклу Б... Нет, не дай мне закончить. Я же закончил спрашивать. Не И, не В перпендикулярно, а перпендикулярно. Это более просто перпендикулярно. Значит, идея в том, что... Куча монополий. Идея в следующем. Этот эффект объясняется тем, что здесь электроны, которые живут на этой пластинке, объединились в одно связанное состояние сложное. И это связанное состояние называется Ватлина. Очень интересно его свойства изучать. Например, считается, что это какая-то квантовая жидкость. Со статьей... Это же приближенная, да, это все-таки функция Ватлина, это не точно. Да, это как бы... Эволюционная. Новая функция, насколько я понимаю, которая, так сказать, хорошо описывает... Хорошо описывает... То есть она как бы... феноменологическая. А известно, где она обрелась? На малых или на больших расстояниях? Ну, на малых точно. А где здесь расстояние-то? А расстояние здесь где? Ну как? Ну вот эти электроны, у них там есть какое-то среднее расстояние между ними. Ну что, электроны? Вообще, лакмарс радиус, как минимум, уже стоит. Нет, она врет везде. Конечно, потому что она вариационная. Но это... Для нее пишется конкретный вид через Z-координаты, которые на плоскости отмечают. Мы знаем, что конкретный вид, это Вандермонт. Да, абсолютно верно. Нет, ну это волновая функция. Почему? У нее есть параметры, например, Докладчику уже заинтриговали. Мы заинтриговали уже. Докладчику с интересом слушает. Нет, ну для того, чтобы совсем все-таки, несмотря на то, что она вариационная, это вторая Нобелевская премия за вариационное, ну в смысле, за предъявление волновой функции, а не нахождение ее.
Сделайте утверждение. Первое покажу. Черт с ними смотрится. То, что сейчас значит, вам пытаются сказать, что формула ZT минус ZG там в какой-то степени, вы, конечно, можете приписать анаримную поверхность. Да? Да. И в этом какое-то в этом утверждение. Нет. Ну, хорошо. Значит, так. Теперь, зачем нам это все на ремной поверхности переписывать? Никто нам в лаборатории не сделает даже тора, не то, что там сфера. Ну, перечисляю, что понятно. Что значит тора не сделать, как такую периодическую пластинку? Ну, в принципе, можно вообразить, что тор как-то периодически как-то навесить. Не, ну, тора как-то периодически. Пластинкой здесь... Проводочек, что ли? Да нет, ну а чего, кристалл какой-нибудь. Не, Игорь, на самом деле вообще никаких проблем нет. Делаем из флексиглата вот, поверхность с дырками, и после этого СТМом пылим на нее золото. Сделали, хорошо, поехали. Вообще говоря, на самом деле Вигман утверждает, что есть эксперименты, когда берут молоток и по этой штуке стучат. И тут волны какие-то. И это все равно, что рассматривать метрику. И можно, так сказать, одну перекачивать в другую. То есть, может быть, это даже буквально можно использовать. Но, в принципе, нам не надо так глубоко в эксперимент лезть. Простейший пример, который, в общем-то, про что будет этот доклад, можно понять на следующем примере. Давайте рассмотрим статсумму этого самого... CFC, комфорт теории поля, в мере. На такой-то ремной поверхности в метрике G разделим эту статсумму на ту же самую статсумму в метрике D0. И возьмем логарифм. Что получится? Точное утверждение, что это C/24π. Действие Леовиля, значит, как действие Леовиля записывается? Метрика G в конформном классе метрики G0. То есть, это экспоненты от функции сигма, на метрику G0. И тут действие Леовиля будет зависеть от G0 и сигма. Значит, что такое действие Леовиля? Это интеграл. Сигма на сигма в квадрате в каких-то комплексных координатах на кривизну метрики G0 умножить на сигма D2Z. Космологический член он не пишет. Значит, это при это, вот это утверждение при метрик, когда метрики имеют фиксированную площадь. Давайте зафиксируем площадь. Когда космологическую сумму нужно. Сделаю, что это всегда констант. Вот. То есть мы положили нашу комфорт теорию поля на метрику какую-то, и это вычисление дает нам конформный заряд, центральный заряд. Такая важная информация о теории. Конформный заряд, например, считается число степеней свободы. Конформный заряд определенный на плоскости, то есть это может дальше использоваться. Важно то, что отклик теории на метрику содержит важную физическую информацию. Теперь есть вопросы по этой части? Что-то надо объяснить? Связь этой части с правой есть. Да, сейчас будет сейчас. Нет, вот это же вроде называется действием Леовиля, да, вот это S. Да, справа. Да. А где там E в степени φ? А вот я же спрашивал, фиксировать площадь. Если площадь зафиксировать, площадь, то E в степени φ писать не надо, потому что это константа. В принципе, там можно написать космологическую схему, но в данном случае она сократится. Но это C, здесь любое может быть, или больше единицы? C любое, совершенно. Любая CFT. Нет, это утверждение очевидно. Да, формула Полякова. А тут я что? Вопрос про что? Ну тогда какой-то там перед вторым членом действует, какой-то коэффициент должен стоять, да?
Тут определенно фиксированный коэффициент, который фиксирован, не связанный с С. С только здесь. Значит, есть деформированное действие Люмиля, когда будет Q пишет, да? Да. Тогда это для С меньше единицы, это Дислер, Давид Дислер-Кавай, да? Или КП. Все-таки вы говорите, что поскольку один член квадратичный по сигме, второй линейный, то можно этот коэффициент относительно брать нормировку сигма. Да. Единственное, что останется, коэффициент перед 10. Да, ну тогда нормировка сигма здесь появится, а я зафиксировал нормировку 2. Если вы хотите здесь положить себе произвольный коэффициент, то он у вас и здесь возникнет тогда. Потому что... Ну, понятно. Я просто сейчас настолько не помню, но наверное, так и есть. Да? Ну там просто в зависимости от того, что больше или меньше. Инфа 100%. Либо вещественный, либо не. Да? Который единица положена. Вот здесь, да. Ку. Значит, да, ну есть история, да. С больше единицы, меньше единицы. Но это не... Здесь С любое. С любое. Это немножко другая история с Q. Вот это точная формула для любого С. И здесь тогда должна стоять единица в определенном нормировке, которую я использую. Ну или там 1/2 или двойка в другой нормировке. Зависит от того, что здесь. В теории Люмиля возникает Q. Но оно возникает от эффект меры. Да, вы рассматриваете этот самый Люмиль просто как внешнее поле. Да, это совершенно не квантовое, не динамическое, это совершенно классическое. С точки зрения метрики, это классическое предупреждение. И вот у нас никакого центрального заряда самого Люмиля нет. Самого Люмиля нет, есть только центральный заряд в рамке, только материя. А смена в этих станциях идет усреднение по каким-то полям, да? Да, но свободный базон... С равно единице. Ну, на самом деле уже начинает чувствовать связь с правой стороны. Эмиль, ты все предвидишь, как всегда. Теперь, связь с правой стороной. Значит, будет определена некоторая статсумма квантового эффекта Холла в метрике G. На самом деле будет определено сразу отношение. Потому что здесь эта сумма тоже так честно. Отношение определено отлично, а сама она там пытается. От нее будет взят логарифм. Будет вычислена правая часть. Если вы пишете, что получится. Значит, что самое интересное, задача естественным образом, вот эта вот задача, будет решаться не в терминах конформной метрики, а в терминах другой параметризации метрики, Келлера. То есть в этой параметризации пишется метрика равна G0 плюс DD с чертой фи. Наверное, это же форма как меняется. Просто потом равнение напишем, сохранить там форму. Да, значит, в двумерии это запись метрики одно и то же. Значит, надо приравнять вот то и это, да, получится. Здесь это 2 сигма g0 равно g0 плюс это с чертой фи. И тогда есть это 2 сигма разделим на g0 равно 1 плюс минус. 1/2 вот лосиан g0 вот фи. То есть это фи и сигма это не другая калибровка, это просто другая параметризация. Но в терминах сигма правую часть записать будет сложно. А в терминах фи она естественным образом. В общем, такой интересный пример, когда... Что, в сигмах она не локальная? В сигма она не локальная будет, а фи локальная. То есть такой... Первый случай, насколько я знаю, когда келлеровская параметризация намного более естественна в этой задаче.
Это конформное. По предыдущему еще что-то не понимаю. Вот там действие SL, правая часть, там нет же метрик уже 0 должен входить. Вот в R0. R0 это кривизна метрики. Это понятно, а этот член тоже с метрикой должен быть. Ну, вот этот член, это же кинетический член, поэтому он записывается как G0, Z, Z с чертой. То есть это просто для краткости там? Не-не-не, D сигма, D с чертой сигма на корень из G0, D2Z. Теперь вспомним, что корень из детерминанта G0, да? Детерминанта G0. Теперь вспомним, что детерминант G0 это корень из G0 Z с чертой в квадрате. Поэтому G0 с верхними индексами, а G0 с нижними сократятся. Поэтому кинчлен не зависит от метрики. От метрики G0 кинчлен не зависит. Правильно? Вот я написал кинчлен, вот это с этим сократится. Я и говорю, просто для краткости так написано. Так вообще-то можно писать с метрикой. Вообще надо с метрикой, но она сократится. Да? Если в каком конформном виде, то конформный фактор просто упадает. Но G0 же не обязательно конформная. G0 любая, но ну, в смысле, она, мы выбрали комплексные координаты на поверхности. Мы использовали тот факт, что любую метрику можно привести к комплексным координатам. Будет за чертой несколько компонента. Ну, вообще говоря, это найдет GZZ тоже компонент. Нет, GZZ не найдет. Ну а куда же пустится? Мы зафиксировали калибровку. Мы выбрали комплексный координат таким образом, что только G0, Z с чертой не нулевая. Это уже подборка. А G0, Z нулевая. Ну, можно использовать этот факт. Вот. Значит, теперь это... Вот эта величина здесь будет зависеть от числа частиц. Этих, там электроны в этой квантовом фокусе Холла, они в одном состоянии. Этих электронов очень много. Их типа порядка миллиона участвует в квантовом фокусе Холла. Поэтому задача естественным образом определена при числе частиц, стремящемся к бесконечности. При большом числе частиц. Это число частиц будет параметризоваться целым числом k. То есть эта сумма будет зависеть от k. Правая часть можно записать как разложение по k. Будем изучать. Значит, сейчас я напишу первый член этого разложения. Множить. Значит, каждый член разложения будет действием. Почти как то действие Леонида. Начинается с квадрата числа частиц? Начинается с квадрата. Почему? Потому что это похоже на матричную модель, а матричная модель... Ну, с точки зрения самого Холла, почему он должен быть пропорционально квадрату числа частиц? Ну, там Вандермонт... Ну, это разложение или это формальный ряд? Это утверждение, что он этого там... Почему есть k-квадрат, я скорее спрашиваю, потому что, казалось бы, ну, написано там, что свободная энергия, да, какой-то системы, она вроде должна быть пропорциональна числу частиц, казалось бы. И k-квадрат, еще да? И с минусом у вас там. Ну, это зависит от того, как я вот это... Ну, я понимаю, да. Но это как-то очевидно, что квадрат будет, да? Ну, мы же не знаем, как определено. Важно, что число частиц. Нет, это не физичный, очевидно, не физичный. Да. Сумма должна, свободная энергия должна быть пропорциональна числу частиц. Ну я ровно про это и спрашиваю. Свободная энергия и номиналка рулевой функции это разные вещи обычно. А почему сложная рука? Потому что здесь отношения есть. Ну и что? Отношения. Это же отношение логарифма. Не помню. Каждый из них должна быть пропорциональная m. Потому что это опять линия z. В смысле, вы хотите сказать, что не надо слова «семерный склад суммы» воспринимать буквально? Нам пока не определено, что слева стоит.
Да, пока это не понимаю. Значит, давайте назову это. Это будет разложение по один. Называется оно. Симу называю его Забродин Дигма Денельсон. Так почему Антон начинает как квадрат? Нет, почему по Антон Поле начинает? Матричная модель. Я не знаю. Матричная модель, потому что начинает целевые характеристики сферы, да, это квадрат. И тоже оно зависит от выбора нормировки, потенциала и всего прочего. Значит, L это любить буквально, да? L и да. Вот, кстати, которые да. Просто переписаны через фи. Просто да? Тот же самый. А эти два новых. Эти, кому неизвестно. Но известно в математике. Сейчас переписаны через фи, то есть что поставлены фи вместо поставили, вот поставили, выразили сигма из этого уравнения и поставили туда. Хотя вот можно. Сейчас я напишу ответ. То есть пока это два функционала, три функционала, этот уже определен. К связан с числом частиц, P целых частиц. Значит, да, два первых человека не знали, а третий, и третий не знал вот этот. И до сих пор на этом. Но Бигман уже знает. А забыл, кто ты пробуешь, что не продать или? Не может быть, чтобы Дональдсон не дал проблему. Дональдсон пришел на доклад Бигман, так что теперь знает. Значит так. Теперь я напишу ответ. Вот это действие будет квадратично по фи. Очень похоже на действие Леонида. Оно будет... А Y это имена? Что? А Y это имена? Это имена. Это Обан и Яо. Квадратичный по фи. Сейчас, а G0 это что? G0 это метрика. Но вот. У нее индексы есть. Ну, да, имеется в виду, я должен сразу был сказать, что ds квадрат равно g0 zz бар dz dz бар. Можно, но g-бар. Поэтому zz бар я стираю и называю все без... Вот там g0 стоит вот именно это. Да, то есть это одна функция, поэтому писать еще zz бар слишком сложно. Это просто одной буквы. И второе действие могучее. Интеграл минус фи плюс ж. Вот такой интересный член, логарифм отношения метода. Такой энтропийный член. Может быть, Антон уже начал узнавать. Секундочку. А же через фи выражается? А же через фи выражается вот так. То есть вот это совершенно лоссально в терминах си. А в терминах фи очень приятно. Это тоже не локальное будет, но это локальное. Это, вот этот член просто сигма есть в степени 2 сигма. А это не локальное. Вот. Сейчас я что-то прислал. А зачем G0 вообще? У нас G конформно G0, а G0 конформно полоски. Ну, если ты на Риманную позицию, то ты G0 не можешь иметь. Да, у тебя G0 какая-то базовая метрика. Да. Там всегда. То есть есть две метрики.
Значит, два потрясающих функционала математикам очень известные. Они как бы используются в кейлерской геометрии в 2n измерения. Они очень важны. Ну, в принципе, как бы вопрос кейлерской геометрии всегда существует ли метрики постоянной кривизны, и мере вопрос не интересен. Но можно, так сказать, перерешать, значит, теорему Риммана в терминах этого действия модуля. Причем постоянная кривизна? Причем постоянная кривизна? Значит, вариация вот этой метрики по фи – это интеграл от кривизны метрики g это фи. То есть, значит, вариация Леувиля, значит, вариация по сигма от действия Леувиля, это тоже кривизна, только дельта сигма. А это вариация по фи. Поэтому, если вы, как всегда в физике доселе, использовали конформную парметизацию метрики, естественно, писать действие Леувиля. Математики, занимающиеся кейлерской геометрией, пишут действия Магучи, просто потому что хочется функционал, которого кривизна в уравнении движения. Да, вариация вот этого функционала просто единица. Поэтому, если хочется уравнение на постоянную кривизну, то надо смотреть сумму функционалов этого и этого константа. Тогда сумма этих функционалов будет решать уравнение. Ну, такие естественные. Теперь определились левую часть. Да, теперь я буду определять. Константа только будет очень маленькая. Она, конечно, постоянной кривизны, но уж сильно маленькая. Почему? Ну, потому что единица на как. Да, да, здесь функциональная единица на k. Здесь они входят с коэффициентами, этот коэффициент намного больше, чем этот. Ну, нет, поэтому если ты вот этого могучий или увидели это, вот эта константа единица на k. Могучий. Константа единица на k. И при миллионе очень мало. Да, но это, вот но это постоянный кривизм. Вот это уравнение не буквально минимизирует то, там. То есть это не буквально. Значит, можно, так сказать, соорудить такой объект, немножко похимичить, и так подогнать, чтобы здесь константы были на порядке. Но это тогда будет немножко другая интерпретация, более математическая. А про то, что я буду рассказывать, это буквально берем функцию Лафлина, сажаем ее на Риммановую поверхность. В общем, это основной результат, который я сегодня расскажу. Непонятно, кто такая Z. Да. Сейчас, секунду. Это для любого рода или это только на сфере? Значит, это для любого рода. Это для любого рода. Теперь, да. Теперь, вообще говоря, сложная задача. А что это? Я бессмысленно вспомнил. А, и просто, да, значит, следующее утверждение такое, что вот эти все коэффициенты контролируют. То есть все известно. Это вложение, в принципе, известно все. На самом деле это вложение будет похоже. А? Значит, Забройну Вильману было известно три первых члена на плоскости границы. С границей, с постоянной метрикой. Но произвольно магнитным полем. Оказывается, что значит, некоторым переколбашиванием задачу можно переформулировать так, как будто это сфера с произвольной метрикой и магнитным полем по самой метрике. Это Вигман недавно сделал со своим студентом. Более того, у вас произвольная бета.
То есть этот ответ написан для целочисленного криптопола. А в вашем случае есть еще, он зависит от бета. Коэффициенты будут зависеть от бета, где бета это, значит, вот, в дробном эффекте пола это параметр. А вот коэффициент перед SPL будет зависеть от бета? Будет. А у нас не зависит. У вас будет. Ну, по крайней мере, Вигман вот переписал, он стал зависеть. Он линейно будет зависеть от бета. Значит, смотрите, здесь как будто c равно 2 у меня. Значит, 1 12. А в случае бета будет это плюс типа 1 минус бета с какой-то на 3 штуки. 1 минус бета. К единичке добавится бета минус 1. К единичке добавится 1 минус бета. Линейно будет зависеть от бета. Но бета равна единице, это c равно 1. Да? Да, но для чего? Что сравнивать с чем? Это, вот этот объект будет волновая функция в квадрате. А вроде c равно 1 относится к волновой функции самой. То есть это как будто две копии c равно 1. Нет, но это же станцуемо, это интеграл от квадрата модуля. Да. А значит, представление Лафлина свободными полями имеется в виду, что мы волновую функцию представляем неким корреляторам в CFT, в котором c равно 1. Поэтому, когда ее возводите в квадрате, как будто из c равно 1... Нет, вроде квадрат модуля, это вроде голоморфная и антиголоморфная часть. Да. И в той, и в другой c1. В сумме... Ну, значит, в сумме, они же так не складываются. Не складываются. Не, зайдите, ты напишешь определение, потому что... Не, вопрос правильный. Я вот... Как говорится, что вижу, то пою. Получается два. Объяснение хорошего. Ну, она пока стирается. А в матричных моделях как бы n квадратов чуть-чуть. Да. Вот по определению. Потому что нет, ну, вот там градирующий член это n квадрат. Ну, это можно трактовать, что число частиц каких-то там, хотя там частиц нет. Это просто энергия попарного взаимодействия. Да, да. Понятно. Значит так, нам нужно написать волновую функцию одного электрона на римной поверхности с произвольной метрикой. И потом функция Лафлина это будет некоторое связанное состояние миллиона электронов. Поэтому мы начнем с одного фермиона. Да? Значит, во-первых, утверждение первое, что да, я не сказал, что эти электроны должны быть на низшем уровне Ландау, то есть иметь минимальную энергию. И этот низший уровень Ландау очень хорошо обобщается на римную поверхность, если выбрать, кривизну магнитного поля по описанию метрики. То есть когда Дирак факторизуется? Тогда мы пишем уравнение Шрёдингера d a d черта, ну где d a это просто. Я в этом смысле тензор электромагнитного поля, что ли? Да, это тензор электромагнитного поля, у него две компоненты z за чертой, а этого тоже z за чертой. То, что раньше называлось буквой b, теперь называется буквой f. И, значит, утверждение первое, не должно быть одинаковых компонентов, то есть fzz равно нулю, fz чертой чертой равно нулю, а перекрестные компоненты по самой метрике. Значит, если метрика плоская, то буквально постоянное магнитное поле. А если не плоская, то вот так надо делать.
А если сфера, это монополь, по-видимому, да? А если сфера, это монополь. Это все имеется в виду магнитное поле, у которого какой-то флакс есть. Нет, и поток должен быть целочисленным. Да, и флакс должен быть целочисленным. Поэтому К будет положительно целочисленным. А вот эти буквы поменяются симметричны? В принципе, да, но, как я сказал, мы ее переписываем в комплексных координатах, и если z, компонент z, z и z чертой, z чертой разнуляются, остается одна компонента, z, z чертой. Z bar z. Поэтому f z bar z, равно минус, минус k, минус, да? А f поднимемся. Теперь, да. Волновая функция, ищем минимальную энергию. Что произошло в задаче Ландау? У нас уравнение второго порядка на плоскости стало уравнением первого порядка. Здесь чертой равно нулю. То же самое произойдет, если f выбрано в этой форме. Значит, ну, тут, наверное, минимально написать, как это минимальная энергия. Вот. Это не эллиптическое, просто уравнение Шрёдингера. Это уравнение Шрёдингера. Мы решаем уравнение Шрёдингера в магнитном поле. Все как лучше. Что произошло? Что произошло? Почему оно превратилось в кривое? Потому что это dd с чертой, и у тебя происходит факторизация. Нет, мы тогда лучше ноль писать. Это уже так, как в объяснении, так что лучше ноль. Минимальная энергия. Ну да, здесь ноль будет, если еще спин учитывать. Да, если, значит, вот так. Нет, так плохо. Значит, надо так и перекрестничным написать. Да, потому что это опять же смертельное место. Но если перекрестный член поменять местами, то выскочит коммутатор, он сократит эту линию. В принципе, да. Поэтому здесь превратится в ноль. Если так, превратится в ноль. Значит, такое упражнение, что уравнение станет таким просто. На самом деле, задача обобщается на произвольной Келлеровом многообразии. Почему нет равно? Почему ты равно? Да, что будет равно? Если вот и утверждается, что у тебя решение уравнения Лапласа, то есть решение уравнения Паузе. Вместо уравнения. Ну как мы с Антоном? Вместо уравнения. Та же причина. Андрей, здесь все гораздо порядка. Андрей, у осциллятора минимальная энергия 1/2. Но добавляется паулевский спиновый член, и если спин выбрать соответствующим образом, то там ровно 1/2 омега-циклотронный вычитается, и основное состояние частицы со спином действительно энергия равна нулю. Андрей, ну говорится следующее, что задача в магнитном поле эквивалентна задаче для осциллятора. А для осциллятора волновая функция основного состояния удовлетворяет соотношению А по действию на эту волновую функцию равно нулю. Все, что говорится. Ладно, говорим. Забили решение. Решение этого уравнения будет много. И будет некое число nk. И это число будет равно k плюс. Единственное, что непонятно, почему флакс, как он связан с числом частиц. Почему флакс связан с числом частиц? Ты заполняешь полностью Ландау. В случае целочисленного квантификатора. В случае дробного. Чё, разве он не остается бесконечным нулем? Нет, он конечный. Если площадь конечна, то он конечно. Да, площадь конечна, если мы на компактной плоскости, он будет бесконечным. Обычно мы на плоскости выбираем дроплет. Значит, да, скажу словами, что задача обобщается на произвольной келлеровской многообразии. То есть, если метрика Келлерова и магнитное поле пропорционально метрике,
Все то же самое, тот же самый эффект происходит. Сейчас, а кто такой N0? А, N0 равно NK, внизу NK. NK, а, это он число, равен, да, число решения этого уравнения, да. K плюс Эйлеровая характеристика. Сейчас, для сферы будет плюс единичка. Для сферы будет плюс единичка. И что это за, откуда это плюс единичка? А потому что у вас по сравнению с плоскостью добавляется одна нормализованная мощность. На плоскости она разойдется. H это, соответственно, рот. Давайте решим это уравнение. Я выберу калибровку такую, что A равно нулю, а A с чертой не равно нулю. И от черта у меня будет равно d бар по логарифму h0. Значит, наверное... Что-то h0. Сейчас скажу. Значит, наверное, нужно начать с того, что мы напишем g0 локально, как d d с чертой. Просто локальная форма логарифм h0 это такой... удобное обозначение кейлерского потенциала. А что ли это функция? Такая, что логарифм h0, d d с чертой, это мне дает метод. Здесь минус, ну такая нормировка будет. Это логарифм 1 на h, тогда будет. Но имеется в виду, что эта штука всегда больше нуля. Больше нуля. Потому что метрика ловит на определенную функцию. И тогда вот это соотношение... Сейчас как-то, чтобы вы там на K, наверное, на D еще... Да, вот здесь K появится. Вот здесь K. Потому что, смотрите, F это D от A, поэтому будет K, D, D с чертой, логарифм H0. И будет пропорционально. И мне надо минус здесь поставить. Ну да. Так? Тогда очень просто решается это уравнение, да? Это будет что-то голоморфное. Умножить на h0 в степени k. Смотрите, значит, голоморфное, d с чертой убивает голоморфное и действует только на h0. Ну и там, да, там... можно проверить как раз этот минус для того, чтобы... Я бы не сказал, что убивает, он не трогает. Он не трогает, да. Правильно. Он не трогает, да, поэтому... Скажи, коммутирует. Вот, мы решили уравнение. Теперь надо сказать, что такое косит от z. Значит, если говорить на физическом уровне строгости, косит от z... Значит, помним задачу Ландау на плоскости. Там волновые функции, это были степени z, e в степени минус 1 вторая, b, z квадрат. Это были такие полиномы по z. А эсита от z – это обобщение понятия полином на римную поверхность. Но там, там и другое. Немножко, ну, давайте уже, там вот это имеет плюса, они... совсем они не работают, а эсситы мы хотели, чтобы она была голоморфна. А эсситы будут локально голоморфны? Локально? Нет, потому что если они имеют полюса, то это голоморфны. Если они имеют полюса, то для еще то вам выбросит дельта-функция, совсем не правильно. Да, поэтому, значит, чтобы сказать правильно, вот этот весь формулировка всего того, что я сказал, а потом если это функции или какие-то формы? А если это будут не функции, да, они будут не функции, они будут сечения. Значит, это соответствует выборному расслоению степени k. И эситы, значит, f это кривизна расслоения. Значит,
Так как метрика положительная, мы выбираем R всегда положительно. То есть магнитное поле всегда положительное. И это соответствует тому, что это расслоение положительное. А эситы – это так называемые сечения. Расслоение. Значит, голомовное сечение положительного расслоения. Это голомовное сечение, да, потому что надо, чтобы ДБ коммутировало. Значит, это абстрактное некое понятие. Пример. Да? Что это за... Как они явно выглядят? На сфере. Значит, плюса будут умножаться сечение расслоения, значит, плюса появится. Нет, если оно положительно, то... Если оно... Нет, это сечение расслоения, а расслоение возникнет как раз в этих полях. Эти поля зависят от... Нет, это что, если кривина положить? Нет, голомовное... Дивизор, чтобы... Расслоение там получилось. Расслоение откуда возникло? Это уже кривизна была с самого начала. Из кривизны, да. Из магнитного поля. Ну, с самого начала мы фиксировали про расслоение, да? Нет, там есть и главное расслоение, еще расслоение где-то. Да, и это ассоциированное, оно линейное, да? Мы сейчас будем комментировать. Ну вот, можно в некотором базисе выбрать эти сечения так, чтобы они были как раз теми самыми степенями затыка. Ну и опять же, это еще раз, тогда это не голомовное. Ну это о чем это. Это будет голомовное расслоение, это будет голомовная функция. Да не спору, бесконечности, которые есть в нашей сфере. Не да. А, нет, они определены локально в той карте, в которой у меня Z. Ну, так вы как бы не продвинули. Нет голомовных функций на сфере. Нет голомовных функций, поэтому они локально только голомовные функции, а глобально они сечения. При переходе бесконечности, значит, их будет здесь от единички. Нужно рассматривать функции, которые голомовные везде, кроме бесконечности. Да, на сфере рассматривается... На сфере нет тривиальных сечений. На сфере нет таких сечений. На сфере ничего нет. С выколотой точкой есть. Это ради бога. Выколотая точка в поле. А он говорит, что, видимо, он гартами, а потом сшивает как-то, я не понимаю. Что у него как бы есть... Голоморфных расслоений нет. Голоморфных расслоений нет. Голоморфных расслоений. Голоморфных расслоений пекать горка. Нет. Почему голоморфные расслоения нет? Есть на сфере? Полно голоморфных расслоений. Нет, полно. Одно. Ну, от единицы, и дальше пошел на путь. Да. Это он не берет эти фигуры. Да. Вот R степень K, это как раз как и степень. Да, действительно. Да, волновая функция будет, значит, чтобы волновая функция будет Пси ика. Просто нет, это она будет за ика плюс 1. А здесь вот такая вот обнаружка. Поэтому, чтобы на бесконечности не было проблем, здесь степень не должна превышать самим собой. Тогда, значит, тогда каждая функция будет можно будет нормировать. Было такое хорошее упражнение, была такая работа дроби. Да, 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 сейчас я напишу это на Торе. Сейчас, секунду, Но она много где выписывалась после них. После них, да, мы выходили тогда первые. Семен, у тебя вроде формула, связывающая пси с S, какая-то другая. Почему у тебя? А, нет, ты на H степени S. Да, H степени K
H это 1 делить на корень квадрата. Но это же одночастичная функция. Это одночастичная. Потом будет обобщение типа лапленовского одночастичного. Да, потом мы построим сейчас логистичную. А на туре... Семен, ну правильно я понимаю, что ты сейчас определяешь левую сторону того равенства, которое было написано? Да, да, я пытаюсь определить первую часть определения. Левую сторону. А на торе можно выбрать такой бейс. Надо вот эту функцию характеристикой взять. Здесь КЗ и КТ. И будет за единицу до КТ бежать. Вот это была функция Новикова. Физика, там другие люди писали. Там еще что-то. Это А, да, это я сечение написал. А антигаломорфная часть будет выглядеть как экспонента. Значит, z. Нет, просто z в квадрате. Там полная интауэр. Потому что если я возьму логарифм, у меня будет z в квадрате, два раза его продифференцирую, будет постоянная метрика. Постоянная метрика на просто плоскости Лобачевского. Ну, на туре можно выйти прям плоскую метрику, да. Поэтому прям плоская плоскость. Поэтому логарифм, функционал z в квадрате, d до с чертой берешь от z в квадрате, все с константом. А то, что неоднозначно, не плевать на Но это локальная запись, это не глобальная запись. Сейчас, а запомнит метрика на туре? Нет, на торе просто пустая константа. Значит, мы выбираем на торе G0 константа. Можно выбрать G0 константа. Вот когда тор рисуешь на плоскости, да, на самом деле подразумевает, что метрика на него будет константа. Теперь можно и другие метрики выбрать. Значит, я буду брать другие метрики формы G0 плюс D с чертой от произвольной функции. Но это то, что а что там у него индекс вот этой функции? И поделить на что? На k. На k. И бежит от 1 до k. Если k плюс 1, то это уже эквивалент k. Поэтому только k. Ну и так далее. Но, в смысле, на более высокого рода ты явно можешь предъявить уже. Не, можно предъявить. Да. Можно. Ну, формулы будут предъявить, какие... Да, там менее явно там, как сказать. А сейчас ты будешь писать какие-то обобщения вундермондов на случай ревнивых трудностей? Да, прямо сейчас его и напишу. То есть, ну, то есть детерминанты вот у нас, вот все. Да, у нас есть эти фермионы, мы заполняем полностью низший уровень Ландау. То есть у нас nk частиц. Я прям пишу такую большую волновую функцию, которая зависит от всех позиций, частиц. Это будет детерминант си ита от z. Ну понятно. Вот и все. Хорошо. Это волновая функция. Да. Но в смысле, в старом случае это не должно. В старом случае, значит, давайте рассмотрим на... А, подожди, была функция Лаплина, вообще говоря, у нее степень какая-то. Значит, да, правильно. Была функция Лаплина, строго говоря, это в степени бета. А у тебя... Где бета — это дробное число. Я буду рассматривать, по большей части, бета равно 1. Нечетное. Бета нечетное, да. Бета нечетное. Извиняюсь, не дробное. Бета... Нечетное, что бета. Чтобы это было антисимметрично. Да, но в принципе бета можно в петлевых уравнениях бета можно рассматривать как просто действительно число. Положительное. Вот. Значит, теперь я немножко распишу. Я выделю сечение отдельно.
Давайте бы это сотрем, она у меня единица будет равна по большей части. А вот эти h нули, они выскочат из детерминанта, и просто будет произведение h в степени h, теперь давайте посмотрим на сфере. S это просто степени. То есть на сфере детерминант z минус 1 жития, это и есть вандермонт. Поэтому на сфере мы устанавливаем известную матрицу. А это как бы на предложение. Значит, а ваша станцума это еще какая-то НК кратная интеграция. Да, значит, теперь что такое станцума? Значит, вообще говоря, если мы рассмотрим просто Си, возьмем в квадрате и проинтегрируем по всем позициям частиц, такой многократный интеграл возьмем, то это по комбинаторике равно единице. Значит, нормировка корень из. Единица на корень из МК, факториал. Единица на корень из МК, факториал. Значит, просто по комбинаторике, потому что индивидуальные нулевые функции надо выбирать нормализованными. Ну, то есть не буквально вот эти, а еще тоже нормированные. Да, то есть вообще говоря, конечно, нулевые функции должны быть нормированы. Смотрите. Индивидуальная моя функция надо выбирать нормированную. Единица делить на. Сейчас, но в верхнем интеграле у тебя тоже же 0 присутствует, да? Ну, вот это... Да, да, G0, я интегрирую по G0. Вообще говоря, такая статсума просто равна единице, поэтому. Просто комбинаторик, потому что произведение детерминантов, ну, детерминанты раскладываешь, у нас все это собирается в единичку. Значит, вместо этого объекта Антон с Вигманом предложили рассматривать производящую функцию. Значит, более полезный объект, производящий функцию. Значит, рассматриваем, берем другую метрику, произвольную метрику, которая равна g0 плюс d черт. Это можно записать как d черт минус d черт логарифм h0 степени k. Здесь я должен h0 степени h0, и здесь я в степени минус фи напишу логарифм. Теперь новые функции, которые я использовал до этого, помечу их ноликом, они были нормированы вот этим условием, в соответствии с метрикой g0. Теперь новые функции для новой метрики записывается элементарно. Надо старое домножить на e в степени минус фи. То есть это были s и t от z h0k z чертой. И все, что изменилось, у меня h0 домножилось на экспонент. Поэтому здесь надо на эту экспоненту в степени k домножить. Это новая функция для метрики g. Теперь старые у меня нормированы с точки для метрики g0. А новые уже нормированы не будут, потому что я домножил на произвольную функцию, они больше не нормированы. Там интеграл остался с g0, да, в мире? Да, здесь все зависит только от g0. Все эти объекты меняют g0. Ну и после того, как угловую функцию изменили, в них фи вогнали, а да. в нерву не вгоняем. Вгоняем тоже. Но все равно это не нормировано. Да? В любом случае, потому что вообще говоря, если я стартовал, если это нормировано,
то вот это уже новая угловая функция. G d2z, чуть говоря, не равно ZTG. Это какая-то просто матрица. Произвольно фи сюда дописывают, и как бы нельзя ожидать, что получится нормированная угловая функция. Потому что фи реально произвольно, а здесь просто матрица. Фи произвольная функция. Больше степени свободы. Она же в G сидит. Да, фи сидит в G. Фи сидит в G, и фи сидит в пси. Вся конструкция была жестко привязана к какой-то выбранной метрике, там, на сфере, на торе и так далее. После того, как мы ее на какой-то комфортный фактор положили, не факт, что у вас все не поплыло. Да, все, и правильно, все поплыло. Мы стартовали с какой-то... Казалось, факт, что она стала совершенно произвольной. Какой-то ПКО, но... Она не стала, она давно живется на какую-то штуку. Фи вошло. Теория, в смысле, фи равно вошло сюда. Ответ, который вы даете, ровно как от фигурина от фи зависит. Да? Да. И да. В разложении теперь, ну, между этим она будет НК, между НК и К при больших К разницы никакой, да, там, да. А единичка да. Отличается. Да. Поэтому это можно напрягать, да. И просто даете умножение по единице на k, как эта штуковина зависит ровно от этого фи. Правильно. Совершенно верно. То есть у меня теперь вся штуковина будет зависеть и от фи, и от же нуля, потому что... Кто сказал, что при комфортном преобразовании подожди, нормировка сохранится, как-то изменили? Да, она не сохранится. Да. Какой смысл рассматривать ненормированные волновые функции? Значит, теперь я рассматриваю... ненормированным. И этот объект у меня начинает зависеть от фи. Теперь я рассматриваю ненормированную волновую функцию. Он не равен единице. И он не равен единице. И этот объект есть то, что я называю статсуммой. Антон это называет производящим функционалом. И он зависит и от G нуля, и от фи. Производящий функционал для чего? Это, значит, я взял волновую функцию, которая описывает связанное состояние всех этих электронов, но не нормированную. Значит, рассмотрел я норму. Теперь, если я варьирую логарифм z, например, по фи один раз и кладу фи равно нулю, у меня получается коррелятор от, значит, давайте посмотрим, что произойдет. У меня вот здесь, если эти минус по фи от запитого возникнет, поэтому если я варьирую по фи экспоненту, у меня вниз спускается минус k на дельта, на сумму дельта функции. Минус k. Теперь, на самом деле, еще в метрике g присутствует тоже фи. Вторая произвольная, дельта с чертой. Поэтому здесь еще добавится d с чертой, а той же самой суммы дельта функции. Такой коррелятор. Сумма дельта функций – это просто плотность частиц в этой квантовой жидкости. Да? То есть это будет минус k минус d с чертой, а коррелятор от плотности. Ну, много раз дифференцирую по фи, очень много этих плотностей. Производящая функция для корреляционных функций плотности. Ну, понятно, что тут как бы d с чертой можно функция Грина. Сейчас, а это вот сейчас, какое-то самосвобождённое поле, что ли, эти частицы, они создают эту метрику или в чем? Можно ли восстановить? Мы наливаем, там, заполняем
электроды, они начнут деформировать, скажем, нити. Значит, мы приготовили Риманову поверхность и включили на ней магнитное поле. И наливаем частицы. И они начинают как распределяться. И меняют нет, 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 никакого фидбэка нету. Они нет. Дано, забито руками метрика и магнитное поле. А частицы уже как-то там распределяются. Вот это ваша фи, которая распределяется, уже не имеет какие. Да, фи промотризуется изменение. Из-за чего оно происходит? Внешне. Внешне. Просто вы взяли, ввели фи как внешний источник. Как внешний источник, ну, да. В матричной модели фи это что, потенциал? Это изменение плотности. Ну, такое, это члены в потенциале, но такие не голоморфные. Вот у тебя H0 это, я так понимаю, E в степени Z на Z с чертой. А здесь ты еще добавляешь произвольную функцию. Это вот твои эти любимые Т большие. Которые, да. Так, правильно я понимаю, что ты реально сейчас написал уравнение на вариацию того функционала, который ты до этого выписывал, вот эти вот S и I. Да, 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 совершенно верно. Да. Совершенно верно. Самое интересное, вычисление отложения Z будет в одну строчку. Я это все же написал. Но для квантового холла это как бы непонятно, на что дает ответ, да? Ну для квантового холла это тоже. Значит, это просто все, что вы говорили, значит, у вас вот этот самый целочисленный квантовый холл, чтобы получать дробный, надо ставить нетривиальную степень бета, да. И вот это то, что это, извиняюсь за выражение, называется бета-ансамбль. Да? Да. Угу. Бета возникнет здесь, здесь, здесь. Поэтому эта плотность вот здесь бета. И как бы вот, кстати, после этого про холл забываем, а просто хотим вот вычислить такую величину. Да. Да. Просто вычисляем эту величину при больших k. Значит, у Антона был метод с помощью петлевых уравнений. Но метод... это просто очень напоминает просто единственное разложение в двухматричной модели. Совершенно верно. Да. Так, а в комплексных или нормальных? А это все равно. Да. Недавно. Вот дело то, что нормальные как раз важны только, когда вы это фи делаете нетривиально. А если у вас фи было бы тривиальное, то это же нормальные, а они же ненормальные. Ага. Там мера одна и та же. Да. Ну, квадрат модуля Вандермонда. Но, собственно, то, что вы написали. В общем, вообще говоря, в случае просто эрмитовых матриц, когда Z это вещественное число. Чехов и Нар это разложение изучали и даже как-то там получали точные результаты. В терминах каких-то Фейнманов диаграмм. Нет, разложение плохое. Значит, некоторые вычисления, в котором, там, так сказать, каждый следующий член в терминах... Это то, что они говорят, это просто рекурсия. Да, разложение парадокс. Просто точные рекурсии. То, что Семен написал, это сфера границы, да, вот член, который сказал пропорциональный, и тор. Тор это самое любимое действие, то есть это эквадильное, которое там детерминовано чего-то на чем-то. А дальше уже поправки, отвечающие старшим родам, которые там как-то мешаются. В общем, здесь чудо в том, что можно писать любой член. Есть ответ в некотором смысле для произвольного члена эквадильного. А цель-то в чем? Задача чисто академическая, но для чего это вам? Вроде как вот для холла это физически непонятно, как вы вопрос дает ответ, да? Значит, а вы просто радуетесь, что вот возникает два таких хорошо известных функционала, хотя они в двумерии так почти тривиальные, но они же известны не в двумерии, да, и там более сложные. Да, во-первых, задача обобщается на произвольном Фишерском многообразии, и тут можно, значит, все, что я сказал, можно заменить 2 на 2n. Но там никакого эффекта холла на произвольном Фишерском многообразии нет уже. Ну, физически это там четырехмерие, да. То есть это уже математическая конструкция. Но. И матричной модели нет, ничего. Нет, матричная модель только на сфере. Матричная интерпретация только на сфере. Двумерие. То есть матричная интерпретация пропадает уже на торе.
Потому что это будет какая-то эта функция. Ну, понятно, да, то есть это такая... Это некоторая... Ну, такая конформная. Матрица, у которой собственные значения лежат на доле. Все правильно. То есть это некоторая конформная. Но это и для пола будет важно. Потому что вот эта величина, она в ней закодированы все корреляционные функции плотностей, которые, вот я так понимаю, важны. Они нужны для пола? Да. Да, они важны для Холла, согласно, все, что я знаю от Вигмана, что там, значит, это разложение, оно связано с этой, с аномальной вискосити. Да, вот, кстати, Паш правильно комментирует, что после ставки буквы бета, то есть для квантового Холла, для дробного квантового Холла, уже тоже матричная интерпретация. Нет, это для выражения бета ансамбля. Нет, я от Вигмана знаю вообще страшно, он мне говорит, с формулы, с которой вы начинали, что он говорит, вот ты знаешь квантовый ход в учебнике физики, а в квантовом ходе, и который вы писали, вот этот продольный ток, надо положить равному нулю. Так что... Поэтому тебя так обратно отказался от числителей, да? В честь, да? В честь, да? В честь, да? Ну, в общем, каждый там из этих функционалов, он какой-то несет смысл физический. В том смысле, что значит, первый член, он, соответственно, есть это проводимость холла. Второй член связан с этой аномалией. Проводимость холла, можете дать? Тот, который как квадрат. Это вот это просто... Нет, тот, который как квадрат. Да, тот, который как квадрат, он умножается на бета. На произвольную бета. Да. И это просто и есть проводимость холла. Почему? Надо статью Вигмана установить. Кстати, из этой штуки вытаскивать проводимости, ну, то есть как здесь включать ток имеет напряжение, когда у нас написано это статсумма. Это статическая как бы, задача совершенно, то есть нет времени. Не, вот как мы поймем, что это проводимость, в смысле как для нее источник добавить? Давайте я вас к статье Вигмана пошлю, потому что... Я, честно говоря, не знаю. А вы видно на то, что спрашивали? Нет. То есть задача совершенно статическая. Абанов и Громов после этого написали задачу в трех мерах. 2 плюс 1 нерелятивистскую задачу. Вычислили это разложение из 2 плюс 1. Проинтегрировав фермионы. И у них сошлось. Для целочисленного. Ну, то есть, на самом деле, эти фермионы, они живут как-то во времени, как-то эта жидкость. В нерелятивистском времени, как-то она... Никто не рассказывает. Значит, это фермион 2 плюс 1 измерении, надо проинтегрировать какой-то детерминант. Проинтегрировать фермион, получится детерминант. И его изучают в произвольном методе. И это сделали Абанов и Громов. Я непонятно, какую они задачу решали. Казалось бы, вот это кусок такой 2 плюс 1-мерной задачи, это волновая функция для нее. И она эволюционирует, понятно, каким образом, то есть не эволюционирует, не правда. Как собственной энергии можно делать. А они рассмотрели Лагранжан в трехмере, не ретивистки, этих самых фермионов. Лагранжан. Какой смысл этого? Ну, если стационарно. Ну, считается, в смысле, не считается, целочисленный холл это незамодействующий фермион, действие для которых известно. Теперь как бы эффективное действие надо проинтегрировать в фермион. Что-то там случилось. В зависимости от метрики. А почему он в сторону он идет на целочисленный холл? Почему это не взаимодействующий фермион? Ну, потому что это просто волновая функция сладкая, свободные фермионы, которые... А дробное это что, взаимодействующее? А дробное вроде взаимодействующее, потому что мы эту степень бета возводим, и у нас вместо К состояния, у нас бета К, число состояния увеличивается в 3 раза, в 5 раз, в 7 раз. В то же время число частиц остается К. Бета это изменительная функция? Флаг становится бета-ка. Бета-дробным.
гигабайт это 3, 5, 7, 9. А число частиц у нас k все равно. То есть мы выбираем только часть состояния. И эта часть состояния, она как бы не обязана в такую волновую функцию собраться. Семен, напомни, чему разница? Дело в том, что она собирается в такую волновую функцию за счет каких-то взаимодействий, которые мы не знаем. Но это, конечно, опять гипотетическое рукомахание, да? Да, да. Это Лафлин написал, Лафлин так написал, и оно работает. Для бета равно 3. И как бы... Сам, а чему равняется НК? Это К плюс Эйлеров характеристика пополам? Это вообще К просто не отличается. Значит, значит, а ваша, значит, цель теперь что? Доказать эту формулу, которую вы написали, да? Да, да. Моя цель доказать эту формулу. И, в общем, эта формула выходит на интересную математику, на келлерскую геометрию, поэтому Дональдсон написал эту штуку, совершенно не зная о том поле. Примерно в то же время, в 2004 году. А вы это изучали в 2003 году. Нет, а для Дональдсона-то какой он объект отвечал? А Дональдсон хотел примерно Лапласа. Или что распределение собственных значений операторов Лапласа, и первый коэффициент это всегда как некий топологический вариант. Сейчас, Семен, а это не к тому, что он пытался написать этот явный метод Калави явно? Да, это связано с тем, да. Это связано с метриками на Келлерском многообразии. Значит, в случае, если β равно единице, вот эта штука z имеет очень простое представление. Называется детерминантное представление в матричных моделях. А z это просто-напросто детерминант. А, это детерминант такой величины. Вот и все. Детерминант представляет. В матричных моделях однократный интеграл. Однократный, да. Но детерминант по имени. А, ну да, понятно. Просто формула Каши Дюре только такая предельная. Тут мы единицы на площадь, что ли? Да, а это площадь, которая фиксирована. Ортогональные вычисления. Ну, например, да. Формула Каши Дюре. Если бы у вас вместо интеграла до 2z была там сумма, то это была просто буквально формула Каши Дюре для произведения там, в общем, сумму по всем всевозможным минорам или чего-то такого. Ну, можно ортогональный. Ну, хотя у вас есть не полином уже ортогональный, да, но ваше они ортогональные. Да. Значит, у меня немножко хорошо. Так. Я начинаю работать твоего друга Гарри Брэд. Поэтому свободная энергия это логарифм детерминанта. Логарифм детерминанта это трек логарифма, поэтому варьирует по всей одно удовольствие. Значит, все у вас присутствуют здесь, фи присутствует здесь. А первый взялся просто из... А, там фи на псилоид изменил, поэтому она... Да, я поэтому фи явно. Да, да. Можно назвать это детерминант матрицы. Эрмитовой матрицы ошибки. Вообще должна быть эрмит. Поэтому логарифм детерминант трейс логарифма, варьируемый логарифм будет трейс. Здесь просто вариация. Значит, сначала варьируя эту штуку, выскакивает минус k, варьируя g, выскакивает лапласиан. И это действует все на c bar infinum, c bar infinum.
Дельта С. К отсюда выскакивает, и выпустим отсюда, потому что метрика это второй кузов. Вот. А вот эта сумма... Вот эта сумма. Это на самом деле сумма по всем состояниям. Так как H, смысл метрики, смысл матрицы H, это вот эта нормализация этих волновых функций. H меряет, насколько эти волновые функции не нормализованы в метрике. Поэтому если беру H инверс и суммирую по ИТ и ЖИТ, то это будет просто сумма по состоянию. Значит, сейчас я напишу формулу и распишу ее. Плюс K плюс дельта. Здесь некий объект я назову ρ K дельта φ Z Z. А ρ K это есть сумма по ИТ и ЖИТ. H инверс и ЖИТ. Это сумма по всем состояниям нормализованным, потому что h минус 1 делает эти ненормализованные функции, она их делает эффективно нормализованными. Поэтому прям честная сумма по всем состояниям с правильной нормализацией. Это как бы это и есть это состояние. Называется эта штука Bergman kernel. Ядро Бергман. Ядро. Что там есть? Но оно не называет, наверное, это утверждение, что оно уравняет. Потому что ядро Бергмана определяет. Да. Аналитический суд. Вообще говоря, ядро Бергмана можно определить, если есть какие-то голоморфные что-то, то ядро Бергмана это сумма по... Чисто, но ядро Бергмана оно вроде мироморфное, да, а здесь у нас... Да, а здесь оно... Да, а здесь оно совершенно не голоморфное. Здесь оно не голоморфное, потому что это антиголоморфное. Ну, да, антиголоморфное. Ядро, оно от z-чертой. Оно зависит от z-чертой. Как раз сумма по базису. Если есть базис голоморфного... Это не то, что бидифференциал с полюсом второго порядка ядро Бергмана. Можно писать ядро Бергмана, можно писать для всего, для многих объектов. А. На сфере это как бы общее название. В данном случае... Это что? Вот на сфере как? Ну, на сфере, значит... Верму, значит, что на сфере это единичка на z1 минус z2 в квадрате. Давайте напишем на сфере. А здесь явно не голоморфно. Это же на сфере. Это же на сфере. Это всегда сумма. Базис берется с голоморфной функцией, и вот такая сумма. В силе есть чертой, там все. Нет, даже у каждого свой Бергман. Ну, да, Бергман. Ну, я только поставил Z в этой степени. А, Z в этой степени? Угу. Значит, какой степени? ИТА и ИТА. Это сумма. ИТА и ИТА. Значит, здесь будут коэффициенты биноминальные. Это бином Ньютона будет правильно. Значит, если эти волновые функции нормированы, и метрика выбрана, круглая метрика на сфере, да, стандартная, то утверждение, что такая сумма соберется в k плюс 1 число частиц. Она будет равна константе. Да, для плоской, для метрики постоянной кривизны на сфере, и волновая функция нормализована с этой метрикой. Будет константа. То есть в общем случае что, кривизна, что ли? А в общем случае это не должна быть константа. В общем случае это будет нечто, которое будет связано с кривизной. Сейчас скажу. Значит, что это будет в общем случае? Значит, в общем случае ρ k равно k плюс, давайте напишем в одном измерении, k плюс 1 вторая кривизны, плюс 1 третья на k косян кривизны, плюс порядок подход 1 на квадрат. То есть, если кривизна постоянна, все это
вот это зануляется, и все остальные поправки тоже зануляются. Остается только k плюс 1 вторая, значит, постоянная кривизна в этой нормализации двойка. Поэтому 2 разбит на 1 вторая. А вообще говоря, произвольные метрики, да? Произвольные метрики, не постоянные кривизны. Это какой-то вот ряд из кривизн, их пуссианов и старших порядков по кривизне. Сейчас, в нашем случае эта метрика не H0, не G0, а вот все степени. Значит, в нашей метрике, в нашем случае, вот это зависит только от метрики G. Пуссиан метрики G, и это зависит только от метрики G. Без φ. Без сфи, да, сфи. Все эти объекты будут зависеть только от метрики G, не от G0, только G. Произвольно. Значит, называется это Ян Яо Зельдич. Ну, я вот тут просто для украшения. Тьян написал эту сумму в свое время, а Зельдич придумал, что есть предложение. Значит, то есть это на самом деле это не банальная вещь, да, вот, такую, чтобы было вычислить. Да, это было очевидно, что нет, это предложение. Нет, вообще четыре книги. Да, это и существует. И даже в мире все-таки это не понятно, что вы. Ну, начинали мы делали это совсем дьявол, так сказать, такая деятельность. Значит, давайте я напишу формулу в произвольном числе измерения на келевском многообразии. Здесь еще будет некая добавочка для поправки. Произвольно маленькая. Теперь, значит, собственно, это было доказано в 98 году, то есть Зельдич, по-моему, первый 2 члена нашел. Почему? В какой момент мы поняли, что это связано с физикой? Значит, с чем? С физикой. Значит, это наша статья с Дагласом. Даглас. В 2009 году. Мы обнаружили следующее, что род H от Z-Z-Chepton имеет следующий смысл. Это просто матрица плотности на нижнем уровне Ландау на произвольном келевском многообразии. Значит, имеется представление в виде обычного фейнмановского функционального интеграла. Когда мы берем... В том числе фейнмановского многообразия. Это в том числе многомерном фейнмановском? В том числе многомерном. А что там за уровень Ландау? А я сказал, для келевского многообразия вся история с уровнем Ландау просто обобщается. Да. Это тоже здесь написано. То есть в том, как бы. А для чего нужно там келлеров, в общем случае, чтобы. Что, значит, если как бы если... слишком тривиально, если это просто магнитное поле, то да. Есть метрика, да? Да. Здесь постоянно. А там вам тоже хочется, чтобы этот уравнение Шрёдингера второго порядка структуризовалось в уравнение первого порядка. И чтобы это произошло, уравнение такое, если это многообразие Келлерова и магнитное поле по постоянной метрике, это работает. Значит, работает ли это для более общего случая, я не знаю. Может быть, можно писать более общие условия, когда тоже это требуется. Но, по крайней мере, в этом случае это прям один в один. Значит, такой функциональный интеграл. Просто частица на келевском многообразии в магнитном поле, когда она при t равном нулю, она находится в позиции z, и при t равном t большой она возвращается в точку z. Здесь я пишу Лагранжан для частицы. Да, не периодические траектории, а вот именно, что начало-конец фиксировано. Да, начало-конец фиксировано, да. Значит, да, сейчас я прокомментирую.
А можно уже было проще взять многочастичную волновую функцию, проинтегрировать по без одной координаты, и это тоже матрица плотности. Называется формула Дальбун-Престот. И насколько часто пользуется, что мы забыли. Нет, Дальбун-Престот хороший, если у Эрмина одномерный интеграл, ну, в смысле эрмитовой модели. А двумерной там нет таких формул, в этом-то и проблема, что там еще в этом смысле нельзя явно вычислить. Вот если z на плоскости или там на ревной поверхности, то уже нет никакого дальбун-Престота. Но формулы тем теперь не будет, что если проинтегрировать вот эту штуку... Нет, это конечно. Это определение статус. Матрица плотности. Если в этой статус-сумме мы интегрируем по всем частицам, кроме одной, то получится рука. Сейчас, это конечно. И Вильма сказал, что это называется формула Дальбун-Престота. Нет. Дальбун-Престота это вот если ортогональные многочлены, вот такая сумма. Да. Вот наподобие той, которая сверху написана. Вот, ага. Формула Дальбун-Престота сводит ее там к одному или двум членам. То есть она там как-то явно вычисляется. Что Дальбун-Престота знает слова матрица? Семен, а эти А и Ж как связаны? Они должны... Они вот прям так и связаны, что ДА... Когда я решил, даешь частицу магнитную больше. Все, на всякий случай. Я не понимаю, что нападает. Значит, вообще говоря, надо взять пробел, могу изучать пробел, стремящийся к бесконечности. Да? То есть, как бы частица на многообразии, да, это известная задача. Новое утверждение в том, что обычно мы рассматриваем маленькие времена, потому что если мы стартовали в точке Z, которая равна нулю, то частица, вообще говоря, начнет убегать из точки Z. Но так как мы в магнитном поле, значит, частица движется в другую. На самом деле у вас это, у вас экспоненты действительные, и это как раз матрица плотности. И смысл буквы Т это обратная температура. Вы работаете на температуре, стремящейся к нулю. Точно, да. Поэтому это мне не время. Естественно. Да. Но обычно эта штука имеет разложение при маленьких Т. Ядро теплопроводности хорошо работает при маленьких Т. Тут оказывается, что при первой бесконечности есть тоже разложение. Поставить пределы интегрирования от нуля до Т большое. От нуля до Т большое. Потому что есть магнитное поле, частица далеко не входит. Вы нагнали утверждение, что проблема с ядром теплопроводности при времени к бесконечности, что мы не знаем основное состояние для этого самого оператора Лапласа. Здесь мы знаем. Да, здесь мы знаем. И это, естественно, это все по смыслу, это и должно быть, значит, вообще при любом Т это там сумма есть. А там будет, да, если видим Е на бета. Т. Обратная верно, в смысле, что если Лаплас так факторизуется, а здесь остается что? Верно ли, что если Лаплас так факторизуется, то многообразие Кеплера? Нет, обратное утверждение не знаю. Знаю, что работает для Кеплера. Общий случай не знаю. Чё? А расслоение какое? Потому что там факторизация включает в себя же... Включает магнитное поле, да. То есть должно быть... еще и расслоение. Да, должно быть... Включаем расслоение и... А условия... Только само подлог является Кемерово, а... И то, что расслоение является голомофом. И положительным. Семен, а там вот в верхней самой формуле... Там все-таки Келлерова форма справа написана. Да, здесь справа. Написано, здесь имеется в виду. Да. Вот. То есть пишем в общем случае, но потом выясняется, что надо, что это Келлерова. Ну, понятно. В общем случае так не сработает. А для Келлерова сработает. Ну, в двумерии как бы это всегда сработает. Потому что все Келлерова. Вот. Они все тоже. Ну да, тут имеется в виду, что я выбрал калибровку. А, еще просто что и ты, да? Там, а или а чертой можно положить.
данном случае. Ну вот, теперь есть это разложение. Его можно просто сюда поставить и проинтегрировать форму. И получится то, что я написал в формате. Теперь, что самое интересное, после того, как мы с Дамусом написали статью, появился такой человек Хао Шу, и он написал формулу разложения по К этой штуки. То есть мы с Дамусом вычислили три члена. Этот. А этот Хао Шу написал формулу для всех порядков. Но не явно. То есть явно. Они вычисляли эту величину, естественно, не на самом деле. Они вычисляли ее методом больших сечений. Короче, есть какой-то. Просто математический. А Лиувиль это вот третий член. Лиувиль будет третий член. Потому что в келлеровских координатах вариация Лиувиля это лагласиан R на дельта Фи. Так, ну все-таки, а что они вычислили? Там было, по-моему, только первые три члена математики. Математики, значит, до этого человека знали четыре члена. Еще следующего. Mm-hmm. Лю, такой человек, Рамберсон. Mm-hmm. Пол Лю? Лю. Мы с Дагласом пришли потом, то есть это было в районе 2002 года. Мы просто обнаружили, что это действительно функциональный интеграл. Можно считать теорию возмущения в функциональном интеграле эти члены, и коэффициенты совпадают. Ну и, конечно, тут понятно, что это имеет отношение к уровню Лагранжа. А этот человек, он сказал, что можно написать формулу в виде фейнманских диаграмм. Ну, понятно, тут будут фейнманские диаграммы стандартные для функциональных интегралов, которые мы умеем писать. А он сказал, я могу посчитать произвольный коэффициент в этих фейнманских диаграммах. Почему он равен просто. Потрясающая формула. Диаграмму, если ты будешь писать через такую циркулю, что ли? Нет, ну прямо... Прям раскладываем ее в нормальных координатах. Мы пишем, что там, выбираем какие-то нормальные координаты, g равно v и g, плюс какое-то отклонение, z квадрат, и так далее. Это зависит от кривизма. А, и раскладываем по коэффициентам, да? Да, коэффициент. Получается просто корреляторы всяких иксов. Да, получается корреляторы иксов. То есть, разложение, коэффициент. Ну, это проще, даже, чем физически. А энты, ну да, это квантово-механические такие диаграммы. А энты и коэффициент, значит, тут k в степени, нет, давайте as, k в степени m минус s, и здесь какая-то комбинация с кривизмом. S бежит от нуля. И он написал формулу для любого АЭС. Сейчас, а вот структура, которая там в скобках стоит, тоже понятна? Я имею в виду... Это сложно, да. А? Вот эта часть непонятна. Потому часть что не он написал этот коэффициент для АЭС, когда вот эта структура разложена, написана в нормальных координатах. Это просто медленно меняющийся, Ваши произвольные, да, не да, считайте да. коэффициент при нем. То есть мы объявляем, что все производные, все голоморфные производные вот кривизма потенциала, значит, зануляются. А за счет кривизмы это нет. Точнее, женотки. Ну, алгоритм. Это метрика, которую мы объявляем в наших нормальных координатах дельта единицы. А, так сказать, если взять только голоморфно-производные от метрики, они должны быть равны нулю в этой системе координат. А
смешанные производные, там, допустим, D, 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 не нулевые. И их можно переписать в терминах метрики. Один в один. Но как это сделать, непонятно в общем случае. Общей формулы нет. Если оставить это изложение вот в таком виде, то коэффициент известен. Но переварганить это разложение в терминах кривизм очень сложно. Да? Поэтому я говорю, это как бы явная формула, но только в нормальных координатах. Потом надо прийти руками все эти производные перевести в метод. Процедура один в один, но как бы нужно руками делать как-то. Ну и, собственно говоря, приближаясь к концу, то, что получается, такая интересная штука, что в каком-то смысле все старшие порядки в этом разложении тривиальны. После этих трех функционалов, которые я написал, все остальные члены тривиальны. В каком смысле? Значит, они как тривиальны в двумерии или вообще? В двумерии, а вообще говоря... Да, я скажу. Значит, в каком смысле? Значит, изучал логарифм. Следующий член будет 1 на k, значит, здесь будет 5, 96i на k, интеграл r в квадрате, z на z, минус интеграл. А члены пропорционального алгоритма k не будет? Нет. Ну, скорее всего, он сократился, потому что он зависит от метрики. То, что это... Ну, вообще, если это с границей временного поверхности, разложение должно идти по корневиска. Антон, с границей, это когда у тебя не все уровни заполнены. Вот если смотреть, когда уровни заполнены, тогда никакой границы нет. А если не все уровни, тогда какая-нибудь такая... Да, будет дроплет. Паша, Риммонова поэта. Риммонова поэта не мешаешь k с квадратом. Нет. Ну, потому что здесь вот в этом смысле k, но если k квадрат это эллиптическая сфера, то k это как раз поверхность из границы. Ну, тем не менее, вот она там... Вот ну, первые два такие же, k квадрат и k, а следующий корень из k. Будет корень из k. Да? Будет корень из k в случае границы. Да, да. В каком смысле это реально? В следующем смысле. Вот эти функционалы зависят от двух метрик. Значит, я писал S равно, ну, самое же 0 и φ, можно просто переобозвать. Просто переобзываем, потому что g это g0 плюс d. Все эти функционалы одних метров. И они все удовлетворяют условия 1 как цикла. Если мы берем тройку метрик g0, z1, g2, g1, g2 в одном кейлерском классе, то с такой простой условием удовлетворяется. Выполняется. То есть идете из G0 G1, из G1 G2 и приходите из G0 G2. Один концерт. То тоже удовлетворяет. Значит, каждый из этих удовлетворяет. Это не простое вычисление. Сейчас, а я вот... А вот это простое вычисление, да? Потому что это разность. Да. Разность. А минус B, B минус C, это минус C. Это тривиально. Поэтому тривиальный один концерт. Все, значит, утверждение, что как это, conjecture сказать по-русски, что все следующие будут гипотезы, да.
что все следующие члены будут тривиальны. И я посчитал пятый член, чтобы это проверить. И он тривиальный. Это уже математика не считала. И он тривиальный. Сейчас напишу, да, он тривиальный. Ты что там, знаменатель номер своего телефона написал? Такая рева. Ну вот, тоже тривиально. Да? То есть такая же комбинация. Это зависит только от метрики G, это только от G0. Вот. В N мере, скорее всего... Полез, вот этот шок, прикинь, факториал, почему? А, вот это... Вы сказали, номера телефона. Но вы тоже, сейчас. Главное, что степень пи не меняется. Откуда берутся эти числа? Вот эти числа... Я их получил из этой формулы. Почему они целые? Ну, как в этом, в разложении ядра теплопроводности, там тоже... Эти дроби возникают. Это похожий такой объект, только... А ну там еще в числителе что-то возникает. В числителе вот 5 пятерка в этом вычислении. Да. Что там? 2, 4, 5... Можно что-то гадать, но... Ну потому что... А эти штуки, они все какие-то однородные должны быть по... Они должны содержать одинаковое количество производных от метрики. То есть R содержит 2 производные от метрики. Поэтому здесь 6 производных. И здесь тоже 6. И с каждым новым порядком на 2 производные больше. Это уже не связано с тем, что у нас вот таких нетривиальных технологий только 3 штуки может быть, и у них у всех маленький порядок по производным. А если что-то с большим порядком, то оно... Не, вообще говоря, нужно написать бесконечное число функционалов, которые будут иметь нетривиальный один коэффициент. Например, здесь произвольный коэффициент написать не такие. Не, то, что Паша спрашивает, правильно ли он понимает, что с нетривиальных коциклов всего 3? Нетривиально. Нет. Больше. Сколько угодно. Ты сказал, что тривиальных можно написать сколько угодно, а нетривиальных. Тривиальных тоже сколько угодно. Да. И нетривиальных тоже сколько угодно. А какой нетривиальный, например? Ну, который отвечает за спичел. Как его писать? Ну. Любой функционал от двух метрик. Нет, такой. Ну ты пример можешь привести? Ну, смотрите, смотрите, я, например, известно, что действие Леовилля это двойной интеграл. То есть действие Леовилля это тривиальный коцикл для нелокального функционала. Так, я не написал формулу. Да. R0, 10, 10, 0. Вот, действие Леовилля — это тривиальный коцикл, но надо функционал. Да. Ну, напиши сюда 3 интеграла, читай что угодно. Да. 4, 5, 10. Да. Можно вообразить много, да. Но возникает только 3. А правда, что все такие старшие в некоторых терминах метаполиции окажутся локальными, тем не менее? Смотри, то, что Паша говорит, что ты вот в этот нелокальный, если теперь поставишь свою метрику, G0 и G, связанную через Q, он окажется локальным. Не, вообще говоря... А произвольно локальным не окажется. Хороший момент. Можно по-другому это объяснить. Важно, чтобы у тебя вот первые 3 локальные. Какой-то все-таки. Да, я понимаю. Отличный аргумент. Но, вообще говоря, возникает это все из какой-то писал минус k плюс a dt root k.
да. С такой формулы. Если ρ k это просто произвольная комбинация этих кривизм, то вообще говоря, если мы проинтегрируем эту формулу, ну, не получится вот таких комбинаций, получится все что угодно. Это работает только потому, что рука какая-то специфическая форма, специфическая какая-то симметрия. Поэтому вот это происходит только потому, что рука такие коэффициенты. Если бы они были пошевелить, если рука, то сразу полезут. Но это самое. А что означает вот эти условия концепции для исходности отсутствия, для лямочки? Это означает очень интересный факт, что значит, логарифм z. Значит, относительно. Не, ну z может мультиплицировать тому же самому. Да, тому же самому. Мультипликативно. Но физически это что будет значить? Не знаю. Я, в общем, даже не математически не понимаю, почему не пертурбатизма логарифм z будет удовлетворять этому условию коцикла. Значит, не пертурбатизма. Ну, просто z это детерминант. А,